Scrub Your Fresh Head предназначен для кожи головы. Когда нам нужен скраб для кожи головы? В первую очередь тогда, когда мы используем много укладочных средств, которые могут откладываться на коже и закупоривать поры на коже головы, соответственно, нарушать питание волосяного фолликула, волосы становятся хуже и могут даже выпадать. Если кожа головы жирная, в том числе при жирной себорее, если кожа склонна к гиперкератозу, плохо отшелушивается, при некоторых видах алопеции, то есть при выпадении волос, может быть полезен скраб для кожи головы. Многие парикмахеры тоже рекомендуют включить скраб для кожи головы в свою уходовую рутину. Помимо отшелушивающего компонента, естественно, здесь в составе есть уходовые ингредиенты, а именно депантенол, обладающий регенерирующим, заживляющим свойством. Здесь есть экстракты, это комплексные такие ингредиенты, комплекс купаж трав на основе календулы, ромашки, льна, липы, клевера и шиповника. Он направлен на успокаивающие, противовоспалительные действия, работает на эту проблему. Второй купаж трав, который здесь в данном скрабе есть, это зверобой, мелисса, тысячелистник, череда и подорожник. И данный купаж как раз имеет целью себорегулирующие действия, улучшение микроциркуляции и, собственно, обладает вяжущим, дубящим свойством. Цитрусовый аромат, очень приятный, кстати, придает эфирное масло танжерина, ухаживает как питательный компонент за кожей головы и в том числе и за самими волосами. Два масла, это масло авокадо и масло органы. И добавлен также сюда, как активный компонент с антиоксидантными свойствами, витамин А. Хочу сказать, что здесь есть и очищающий компонент, конечно же. Это мягкий паф стеарат-сахарозы. И кроме того, здесь еще есть кокосовый эмолент, кока-каприлат-капрат, который придает блеск волосам. То есть это такой полноценный уход для волос. Противопоказания, конечно, к использованию тоже есть. Естественно, не нужно его наносить, если кожа головы раздражена, если там есть активные воспаления или поврежденная кожа. Важный нюанс для применения скраба. Его перед применением надо обязательно перемешать, потому что у него густая текстура. Надо его хорошенечко чем-то размешать и после этого уже наносить по проборам на кожу головы, предварительно очищенную, и массировать 2-3 минуты. Использовать его нужно 1-2 раза в неделю максимум, чаще не нужно. Смывать после экспозиции обычной водой комнатной температуры. И на этом использование скраба можно считать законченным.